Мы на парковке City Mall, где стартует «Трезвая пятница». Отличное мероприятие, посвященное 82-й годовщине образования такой замечательной службы, как ГИБДД. По этому случаю приехали стритрейсеры, байкеры, те люди, которые штрафуют, те люди, которых штрафуют, ну и мы. За каждую песню тебе закрывают один штраф, так? Я не вожу машину. А то есть ты на будущее работаешь. Товарищ капитан, скажите, ручки чешутся, когда видите, как такие ребята по парковке гоняют? Я думаю, нет. Вы бы их не оштрафовали вот, при обычной жизни? Нет, ну это же праздник. Мы же на празднике находимся. Но когда забор уберут, тут вы отыграетесь. Естественно, да. Какой штраф полагается за дрифт на парковке? 1000 рублей. Кто это и что с ним? Это манекен для проведения реанимации. Сейчас один вопрос. Почему девушка на него кричит? Это она показывает, как правильно при том, когда потерял сознание. То есть, как все правильно проводить реанимационные мероприятия. Все определяет. Она показывает, как бить мужчину. И кричать на мужчину законно. Нет, конечно же. Душить его, вот я и смотрю. Если получается его откачать, он что-то говорит? Вот это я не могу сказать, если сейчас... Никто его никогда не откачивал. Нет. Еле взялся и делаешь это до конца. Да. Конечно, еще одно, знаете, то, привлекайте людей. Вы устанете через 2 минуты, вы уже выдохнитесь. Ну, про какую-то вечеринку говорят, я так ничего и не понял. Вы права у всех забираете? Нет. Мы здесь не забираем, просто проверяем. Ну, галочку себе ставите. Здравствуйте. Это ваш сын? Да. Вы, наверное, им очень гордитесь. Сколько ему лет? 10. Скажи мне, как тебе в 10 лет удалось стать полковником? Я очень хотел им стать, и вот стал. Вы на автомобиле сюда приехали? Да. Вы водитель. Да. Какой последний штраф у вас? По-моему, 500 рублей. За превышение? За превышение. Вы приехали сюда, потому что вам стыдно? Нет. Замолить, так сказать, грешки? Возможно. Какой стаж? С 91-го года. Отлично. Значит, смотрите. Перекресток. Едет гужевая повозка. Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. И вы, дочь прокурора. Кто должен проехать первый? С проблесковыми маячками. Неправильно. Правильно, дочь прокурора. Спасибо ГИБДД за эти отличные эмоции. Мы уезжаем отсюда с чувством выполненного долга. Это было круто.